Полицейские пресекают также случаи торговли алкоголем без лицензии. В одном из загородных кафе незаконно продавали спиртное. Полицейские под видом отдыхающих без труда приобрели в кафе водку и тут же задержали директора заведения. Полицейские установили, что заведение общественного питания не имеет лицензии на реализацию спиртной продукции. Алкоголь был изъят, а в отношении задержанного возбуждено административное производство. Ему грозит штраф в размере до 10 тысяч рублей. Непосредственно сам директор из своих личных запасов реализовал данную продукцию. Вину свою признал, раскаялся, вот в связи с чем будет составлен протокол и направлен для рассмотрения в территориальный отдел.